По звездный час. Надеюсь, твой Бронкс не вылезет. Бруклин не вылезет. Сделай как надо. Сомнительно, капитан. Нормально, парень, будь начеку. Буду. 5 минут до посадки, затемняюсь. Не подведи. Вы серьезно рисковали ради генерала, но все получилось. Я чертовски за вас горд. Генерал собрал силы для решающего удара, но у Вороньего камня еще есть козыри. Президента Володина держат в тюремном комплексе, куда не можем попасть даже мы. Если лоялисты снова хотят прийти к власти, им будет нужен подходящий лидер. Генерал Дука сможет переправить Володина обратно в Москву. Наша цель — найти президента. Козак, твой выход. Задача — проникнуть в комплекс, найти и вытащить Володина. В этом задании надо работать быстро, тихо и на малой дистанции. Возьмите пистолет-пулемет. А если тихо не получится, переключайтесь на винтовку с прицелом малой кратности.
Слышу вас отлично, мастер. Продолжайте. Тюремный комплекс уже недалеко. Будь аккуратен, пока не отключишь систему безопасности. Не поднимай тревогу. Не убивай никого в открытую. Вас понял. Сильно не высовывайся. Так точно.
запускать дрона.
сканер сетчатки глаза. Сломаешь? Нет. Лучше я попрошу кого-нибудь открыть мне дверь. Принято. Будь осторожен, не подними тревогу. Так точно. Сейчас мы просто прогуляемся. Ты весь неплохой парень. Ты просто выполняешь приказы. Не хочется убивать себя за это. Завтра утром проснешься и поймешь, что поступил правильно. Сюда сосла. Да, не знаю. Будешь, что мне добрый человек. Спросил, кого ты хочешь. Я плачу. Ра, бесна, точка моего командира. Ну-ну, надеюсь, он от того стайла. Нет, никакая баба стоит его. Что ведь здесь торчат? Передаю данные. Принято, получили. Начинаем расшифровку. Группа поддержки готова прикрыть твой отход. Пока мы работаем с данными, размести маяки. Мы взломали систему безопасности и отключили лагерь. Если кого спугнешь, общей тревоги не будет. Понял вас, мастер. Отбой.
Русские на месте. Принято, видим их. Мы взломали коды доступа к внутреннему сектору. Иди туда, мы откроем двери. Это охотник. Я внутри. Принято. Мы не знаем, что происходит внизу. Тебе придется найти президента самому. Это не проблема. Меня больше волнует, как мы его отсюда вытащим. Ну, президент не самый обычный ВИП. Он бывший военный. Главное, выпусти его. Дальше он справится сам. А как он отнесется к тому, что его спасли американцы? Сам и спросишь. Ага. Спрошу. Удачи там. Так точно, мастер. Конец связи. Thank you.
ползун найдет мне президента. Стойте, господин президент. Я вас держу. Что происходит? Кто вы? Вы ранены? Можете идти? Я в порядке. Держитесь рядом со мной. Ваши люди ждут. Ползун найдет мне президента. Мастер, мы поднимаемся. Принято. Группа поддержки начинает спектакль. Пошумим. Главное, чтобы по нам не попали. Будет грустно вернуться домой в пакете. Задача добраться до точки эвакуации, и дальше наша работа. До встречи. Принял. Сколько у вас людей? Все мои люди на этом лифте, господин президент. Их слишком много. Нам не справиться. Я слыхал, вам доводилось уделить белого медведя. На самом деле это был медвежонок. Все будет нормально. У нас есть друзья наверху. Осторожно. Не волнуйтесь, это мои друзья.
крайней мере, я почти в этом уверен. Я с вами.